В Актобе в рамках республиканской программы развития ЖКХ активно внедряют инновационные технологии. Жильцы более 300 многоэтажек уже экономят семейный бюджет с помощью общедомовых тепловых счетчиков. Но это лишь треть домов в городе. Сейчас главная задача коммунальщиков – убедить в плюсах приборов учета и остальных актюбинцев. Развитие темы в материале Елены Устимович. Показывает вот количество воды, пришедшее с момента включения. Просто сейчас отопления в доме нету, поэтому прибор учета показывает только температуру горячей воды. Это подвал одной из 9-этажек Актобе по улице Азнаурыс. В январе этого года здесь установили общедомовой прибор учета тепла. Счетчик ставится на подачу и обратку, а уже компьютер высчитывает тепло, которое ушло на отопление квартир. Ежемесячные данные коммунальное предприятие делит на общую площадь дома, выставляя счета за каждую квартиру в зависимости от количества квадратных метров. По моей квартире заметно, и многие жильцы тоже об этом говорят. Я сама видела по тарифам, очень, ну как вам сказать, удобно платить, то что в рассрочку, и цены снизились почти в два раза. Спасибо, конечно, в первую очередь говорят то, что мы вовремя поняли, что эта программа нам нужна. Экономию, говорят жильцы, почувствовали сразу, когда получили первые квитанции. К примеру, в феврале владелец однокомнатной квартиры заплатил за отопление на 327 тенге меньше по сравнению с предыдущим месяцем. В марте, когда потеплело на улице, платеж сократился еще на 530 тенге. Таким образом, с установкой счетчика сумма за отопление уменьшилась почти в два раза. Мы сначала возмущались, а потом понравилось. Если так и дальше будет, то пусть ставят. Коммунальщики уверяют, рациональное использование тепловой и электрической энергии – это необходимость для создания комфортных условий проживания всех граждан. Прибор ставят в течение 2 дней после заключения договора. И потом вся эта сумма по договору распределяется равномерно на всех жильцов, согласно их занимаемым площадей на 48 месяцев. В течение 48 месяцев люди в квитанции АО «Трансэнерго» отдельной строкой платят за установку прибора учета. Специалисты говорят, для того, чтобы экономить, необходимо подсчитать то, что мы потребляем. Для установки приборов учета во всех домах предусмотрен льготный займ под 4% годовых сроком на 4 года. При стоимости счетчика 1 000 000 тенге жители этой многоэтажки платят от 60 до 150 тенге в месяц. Кредит дается в рамках республиканской программы развития жилищно-коммунального хозяйства. Ведь собрать такую сумму сразу практически невозможно. Елена Устимович, Болат Молдагалеев, Актобе, Хабар 24.